Тент не стал брать? Красота. Красота. А мог, давай сюда, я вон тут кину. Приветствую, дорогие друзья, а также гости канала «В лесу как дома». Сегодня 15 сентября, сегодня выбрались мы с Федором. Всем привет. Продолжать строительство нашей избушки. Сегодня начнем делать крышу. Начнем заготавливать бревна, чтобы укладывать их сверху. Ну и посмотрим, сколько у нас сегодня получится по объему. Выбрались мы во второй половине дня. Сегодня, можно сказать, уже час, наверное, да? Уже час. Уже час, да. Поэтому время, в принципе, ограничено. Но главное, как говорится, начать. А дальше уже будем продолжать. Принесли сегодня мха, два мешка с собой. Так что можно будет в случае чего там выбираться и уже конопатить чаши, щели. Так что процесс строительства идет. Сейчас попьем чайку, минералочки с дорожки и, в принципе, выдвинемся на поиск бревен. Бензуха бы сейчас. Приобрел, ребят, такую пилку себе. Относительно дешево, но впилит вроде бы нормально. Единственное, что неизвестно, сколько, как долго прослужит полотно вот это вот. Достаточно мягкая она. Ну, вроде как пилит. Ну как ты, на месте? На месте, порядок. Ну сейчас я подойду тогда через минутку. Вас понял. Взяли с собой на всякий случай рации, чтобы ходить. Ну, искать как бы. Один в одном месте смотрит, другой в другом. Чтобы, так скажем, разделить усилия по поиску. Потому что бревен не так-то много, чтобы упростить работу, так скажем. Ну вот, в принципе, подойдет, я думаю, одно бревнышко отсюда можно будет взять. Сейчас придется попахать и поподготавливать его. Федор пока в другой стороне ищет дальше бревна. Ну что там, тебе долго пила нужна тоже? Все, иду.
Дятел тут где-то тоже тарабанит. Ну его черт увидишь тут. Тем более не здесь, а где-то дальше. Ну что, ребят, 4 бревна у нас есть, сейчас там вроде как Федор нашел еще одно. Ну и потом уже начнем укладывать. Конечно, некоторые бревна кривые, некоторые получается так, что с одной стороны шире, с другой уже. Это все надо будет варьировать сейчас относительно. Все равно, конечно, на крышах щели будут, это 100%. Ну, попробую максимально, конечно, позабивать их хом. Насколько это получится, не знаю. Но, конечно, щели будут. Тут уж никуда не деться. Потому что, ребят, если искать идеально ровные бревна, я крышу к зиме, наверное, не закончу. Поэтому имеем то, что имеем. Сейчас перекурю это дело и пойду туда, в сторону Федора, потому что сейчас вот воды попил и в твою сторону выдвигаюсь. Я нашел. И потому что у нас одна рулетка и одна пила, поэтому приходится, конечно, все равно бегать туда-сюда. Но если мы сегодня сделаем хотя бы половину крыши, это уже будет успех. Это уже будет хорошо. Единственное, только я не знаю, куда мог девать, потому что я боюсь, если его оставить в балагане, его раздербанят мыши. Раздербанят пакеты и потаскают весь мох. Поэтому я думаю, что пакеты я, скорее всего, как-нибудь закрою и оставлю внутри сруба, скорее всего, чтобы вода в них не попадала. Потому что в балаган, конечно, я не... Или здесь под елкой, может быть. Нет, под елкой я не буду оставлять, потому что их будет видно. А в балагане я, скорее всего, их в срубе, внутри сруба положу. И в следующий раз выберусь, когда один. Буду тупо конопатить стены, чаши. Колбаши. Еще раз. Музыку слушаю, колбаши. Буду конопатить стены и чаши. Ладно, пойду в сторону Федора. Нашли тут тоже, ребят, сушинку хорошую. Вообще уже старовалиную, так скажем. Все шикарно как раз подойдет. Вот одну уже Федор отпилил. Но я думаю, что еще 2 бревнышка точно еще хватит. Ну да, 3 штуки, нормально. Вот таких бы понаходить. Вон, я вижу, там еще одна лежит, но не насчет другой, не знаю. 20. Вот, ребят, столько мы назаготовили уже. Это сколько у нас? 8 штук. Сушинка нам, конечно, помогла. 3 штучки сразу резанули. Там еще одна лежит, надо будет идти смотреть. Пила хорошая, удачная. Да, пила я как-то зря на нее гнал. Изначально полотно пока держится. Пилит просто, блин, как по маслу. Вообще шикарно. Все,
Кто я? Ну, господи, боже мой. Много тоже, да? Ну это да ладно, они сухие, тут карата сама он отходит. В принципе, не проблема. Ну это будет где-то еще такие вот поискать, блин. Сухенькие, блин. Вообще шикарно, блин. Что-то сегодня репелленты не работают. Все равно мошка кусает. Ну вот, я не знаю, я первый раз вообще здесь в лесу встречаю мошку, блин. Ее никогда здесь не было в помине просто. Откуда она взялась, блин? Комары, слепни, да, это все. Лосиные вши, клещи, блин. Ну, чтоб мошка здесь была, такого никогда в жизни вообще не было. Я сегодня залился. Или лес головы. Меняется, все вот это вот, как сказать, блин. Не знаю вообще. Не, наверное, лучше. Блин. Ну вот так вот. Нет, давай лучше так. Пусть будет горбом. Ох. Ну, снимать это я сделаю. Максимально как получится привести. Ну что, ребят, процесс идет. Осталось у нас три бревнышка. Вот так вот, в принципе, мы все прибиваем. Есть, конечно, щели, ребят. Без них никуда. Но будем затыкать все мхом. А сверху пойдет два слоя тента. Как-то я думал, что наполовину у нас хватит сегодня. Ну, почти половину сегодня крыши мы сделаем. Сейчас одно бревнышко уже, ну, прибьем. И уже буду колоть дровишки и уже, в принципе, разжигать костерок. Сегодня у нас чисто копченая курочка уже готовая. Мы так чисто разогреем ее, поджарим еще в дополнение, чтобы было аппетитней. Ну и как раз уже дело к вечеру, уже, в принципе, постепенно начинает темнать. Так что будем продолжать работать. Здорово.
блин, просто. Лопаты здесь как раз нормально. Внизу будет. Полочка туда, туда. Падла. Ну все. Нифига не легко. Да, а кто сказал, что будет легко? Я тоже думал, что мы заготовили бревнышек. Я тоже думал, что половина точно. А что-то так все сложили. А где там рулетка твоя? Ну-ка померь. Интересно. Ну что, сколько сделали? Ну сколько? Ну, Питерс. А, ну да. Почти 80. А вообще 180. Нет, ну именно площадь, где мы делаем. 180. Ну, ну метр еще. Ну, грубо говоря, сколько? 40%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 штук надо еще. 40% сделали. Смотря как, какие, ну, как, смотря какого диаметра. Ага. Если таких же тоненьких, то штук 11, может больше. Еще штук 8, наверное. Да не, больше. Нет. Больше. Ну здесь 9 штук, видишь, мы сделали 80 сантиметров от метра 80. Еще метр. Ну что, ребят, вот мы все бревнушки прибили. Ну, получается, чуть больше трети. Ну, где-то практически половина. Сейчас изнутри глянем, как там все смотрится. Почти половина крыши готова. Вот так это все тут выглядит. Еще маленький коп сделаем. Ну, еще чуть-чуть, да, вкопаться, чтобы в полный рост можно было стоять. И будет, в принципе, нормально доделать крышу, накрыть ее. И дальше уже заниматься окном и дверью. Ну, а потом уже чисто внутренняя отделка. Есть еще мысли, как бы, нанести на бревна внутри какое-нибудь покрытие защитное от плесени, от грибка всякого. Ну, гипрок поставить. Гифрок, свет провести сюда, да, блин. Да. Канализацию. Интернет сделать, Wi-Fi вообще, да. И на букинг, выложить, да, на объявление. Да, в общем, сейчас угольки, ну, можно сказать, дровишки догорают уже, угольки. Будем брать решеточку и нашу копченую курочку чисто подогреть, поджарить еще в дополнение. И будем уже отдыхать. Ну что, укладываем нашу курочку. Варим. Чуть-чуть водички. Ну, сейчас буквально чисто по 2 минутки с каждой стороны чисто поджарим, потому что она уже, в принципе, копченая, готовая. Угу.
Ну что, ребят, посмотрите, какая вкуснятина у нас получилась. Копченая, еще и поджаренная курочка. Тоже еще дополнительно дымком обдали. Ну и сейчас будем трапезничать. Так что берите тоже, заваривайте, кто там, чаечек, кофеечек. Берите какие-нибудь вкусняшечки. И всем приятного аппетита. Единственное упущение, ребят. Забыли вилки сегодня. Да мы много чего сегодня забыли. Я забыл молоток. Ну, в принципе, я и вилки забыл. Детский сад. Да, так что и молоток забыл, да, и вилки. Но ладно. Так скажем. Ну, поедим руками, ну что. Да почему же руками? У нас есть... Ну, с ножами. У нас есть нож от фирмы Ганза. Есть нож от фирмы Кабар. Как-то так. В общем, приятного аппетита. Так сказать, аппетита. Когда целый день особо ничего не ешь. Это, конечно, вообще... Мама дорогая. Особенно если с булочкой. Это ж вообще беспредел какой-то. Обалдеть. То, что надо. Супер. Да. Ну что, ребят, вот и отужинали, наверное, уже, скорее всего, уже пятый, уже шестой час, наверное, идет. Так что, ребят, на сегодня, в принципе, поработали неплохо. Да? Половина крыши сделана. Осталось сделать вторую половину крыши, накрыть двумя слоями тента. Ну и уже продолжать работы дальше. На сегодня все, ребят. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании. Всем здоровья, всем пока.